Три зала по всему городу находятся у школы бокса номер один. За несколько тренировок ребята ставят удар, и гарантированно человек может выйти на ринг и показать свои способности, то, чему научился, собственно. Магазин экипировки Sport Fighter находится на Лиговском проспекте, дом 3. Любая экипировка для любого вида спорта, все можете найти там. Потом Горилла, это энергетик, который вы можете попробовать прямо здесь, прямо сегодня, за доступные цены. И наш спонсор — компания Shift Motors, представитель которого я сейчас передам микрофон. И более подробно Андрей нам расскажет о компании Shift Motors. Я компании Shift Motors на самом деле не буду рассказывать. Я просто скажу пару слов. Вот то, что мы здесь сегодня видим, это некого рода продолжение исконно русской традиции проведения кулачных боев. Кстати говоря, что было излюбленным зрелищем основателя нашего города Петра Первого. И испокон веков кулачные бои, они олицетворяли крепость русского духа. И вот в данный момент мне бы очень хотелось, чтобы вот эти бои видели дружественные, недружественные нам нации, китайцы, японцы, американцы, чтобы они видели, как у нас происходят эти бои, какие у нас тут стрелки, чтобы они понимали. А теперь всей спасибо. Стране залезай внутрь. Да. Давай, покрасивее, послаще. Хотелось бы сказать, чтобы вот понимали они, что русский человек готов бороться от начала и до конца, и не за деньги, а за идею. И хотел бы поблагодарить бойцов, организаторов мероприятия. Действительно, это очень зрелищно. Спасибо. Спасибо вам за добрые слова. Это был генеральный директор и основатель компании Shift Motors Андрей Сатилов. Аплодисменты. Вы готовы продолжить? Мы готовы! Вы готовы к стрелке? Следующая пара бойцов. Рост 177 сантиметров. Вес 75 килограммов. Кличка Богат. Алексей Бакопа! Аплодисменты! В другом углу. Рост 177 сантиметров. Вес 75 килограммов. Кличка Домовой. Александр, Саня, перчатки дай, пожалуйста. Филипп Графов. Встречаем. Давай. Вы уже на эти натяни. На эти, это как же бинтовые. Готовится к кусту. Шикарные яркие кроссовки, но надо... И Смирнов. Главное, чтобы не забыл. Готов? Руки. Капра. Давайте поаплодируем, пока народ собирается. Настоящий профессиональный футболист! Из синий, да? Хорошо, так. Открывай. Капа. Из Питера? Чем занимаешься? Безобразие. Турникмен! Турникмен! 11 сентября будет соревнование по воркауту с великим финалом стрелки «Металлострой». Там подтянешься и здесь снова выступишь. Вот для всех будет бесплатно, 11 сентября на великом финале, благодаря ребятам из вечернего «Металлостроя» газеты. Вот там сидят, поаплодируйте им. Так что самый крутой турнир этого лета, это будут как самые крутые чуваки со всего лета. Будут там, 11 сентября «Металлостроя», ждем всех. Парни на середину. Итак, правила есть, о них помним и их не нарушаем. Берется с уважением друг к другу, внимательно слушаем меня. Руки пожали.
Кумла! Готов? Готов? Мы поехали! Ой, молодец! Давай бросай! Бросай, давай! Ой, хорош! Залезай, залезай! Залезай, залезай! Контроль, контролируй его! Не давай встать! Не давай, вставай! Вставай в красную! Вставай, давай! Надежда! Голову надежду подними! Подними голову! О, давай, Борис! Вы голову вытащи, голову вытащи! Отпусти его, красный, вставай! Отпусти его и вставай! Поддержим, поддержим спортсмена Грося! Скинь его! Скинь, стряхни его и садись сверху! Скинь его и садись сверху! Скинь! Все! Стойка! Внимательно! Снаряжение и одежду не захватываем, не хватаем. Ясно? Внимательно! Ой! Полист на ручках, на ручках! Руки выше в красном! Руки выше в красном! Руки подними! Борис, нет! Не борись, не борись! На руках вывеси, на руках! Так, так, на него навались! Навались на него, пусть он упадет вперед! Активи! Вот, вот, вот! Громче, громче, громче! Поддержка! Голову к себе прижми. Кидай его, кинь его, попытайся его бросить. Вытащи голову и брось его. На него, давай, залезай быстрее, залезай, залезай, давай. Впервые все это новое и интересно. Пользуясь моментом, хочу передать привет красавице жене и умнице дочке. Вас люблю. Я думаю, что они будут любить отца и мужа после этого еще больше. Спасибо тебе, поздравляем с участием на нашем мероприятии. И слава победителю. Просто голова. Это эмоции, не переживай. Не могу говорить. Я никогда не знал, что наши футболисты еще могут бороться, драться, сражаться. Мне казалось, что это немножко другого плана игра. И тем более говорить. Спасибо. Спасибо оппоненту моему. Мало кто пишет. Футболисты звезда, что ли? Опять замочил чувака. Футбол помогает людям жить. Удачи, удачи. Да? Душить. Давай, здравствуйте, звезды, удачи, удачи. Всем спасибо. Леха, молодец. Спасибо. Это Кеда Малмарка.